«Красиво было так, кому расскажу, не поверят». Цитата из сказки Сергея Козлова «Ежик в тумане». Как нельзя лучше передает атмосферу новогодней выставки «Калибри». Иллюстрация к его сказкам «От детей», а также к стихам Есенина, все увиденное под другим мифологическим углом. Каждое явление природы одухотворено и очеловечено. Каждая выставка у нас с несколькими значениями. Это не исключение. Она называется «12 месяцев» или «365 разноцветных дней». Как в одноименной сказке, у нас собрались здесь все времена года, все 12 месяцев. Конечно, эта выставка и о том, что у природы нет плохой погоды, потому что в каждом времени года своя красота, но еще о том, что 365 дней могут быть разноцветными, яркими, полными событий, и мечтаний, и путешествий. И всего-всего всякого радостного, а могут превратиться в один очень длинный-длинный серый день. И вот на этой выставке мы сегодня расскажем зрителям, как сделать так, чтобы каждый день был уникален. Секреты счастья, известные воспитанникам «Калибри», на этой волшебной выставке доступны каждому. Специальные открыточки на витринах хранят эти самые секреты. Спешите узнать и применить. Промышлять радость, как сказал один священник, можно и нужно каждый день, потому что очень многое зависит от нас самих, как мы относимся к своей жизни, к своему дню, потому что искусство жить – это великое-великое искусство. И, конечно, все виды искусств учат искусству жить. Песни и фокусы, лотерея с подарками, как и всегда, предновогоднее время особенно наполнено всякими волшебными добрыми событиями. А юные художники из «Калибри» лишь усиливают это волшебство. 130 авторов помладше и постарше. Открытки, рисунки и керамика. Все это в холле библиотеки. Все новогодние праздники.